В этом примере показано, как выполнить сопряжение со стороны смартфона на базе Android. Откройте меню «Телефон» в главном меню AirLink 2. Система предложит установить подключение Bluetooth к смартфону. Подтвердите запрос, нажав «Ок». Включите видимый режим, чтобы устройства в сети смогли найти систему. Включите в смартфоне Bluetooth и выполните поиск доступных устройств. Для подключения выберите в списке аудиосистему AirLink. Проверьте на смартфоне код подтверждения системы и примите запрос. Выберите распределение функций телефона и мультимедийной системы, а затем подтвердите запрос на продолжение соединения. Разрешите или запретите системе AirLink 2 общий доступ к контактам, журналу вызовов и файлам мультимедиа. После подключения телефона к системе откроется доступ к функциям в разделе «Телефон», например, доступ к контактам в телефоне.